После того, как мы закрепили сетку, штукатуркой ее отшпаклевали, выставляем маячки и делаем первый намет. Первый намет нужен для того, чтобы стена была крепче, чтобы штукатурка была крепче, потому что здесь толстые слои. Ну, не слишком толстые, но толстые. Вот мы закидали джетбауном. И потом пойдем уже в чистовую. Тут еще буду закидывать. А пока отец там батарею убрал. Там будет она не здесь, а там окажется. Здесь уже все готовится. Есть краны, самодельный ключ. Батареи будут сращиваться. Все для этого уже есть. Ну вот, товарищи, мы забабахали больше половины. Здесь у нас первый намет. Здесь у нас уже чистовая. И здесь чистовая. Две большие полосы я сделал. Потом верхушку чуть-чуть. Еще сделал намет на завтра. Тут тоже более-менее он намет сделал на завтра. И все. Слой такой нормальный. Вот только сантиметра полтора здесь. Это только намет. Плюс еще чистовая пойдет. Ну так все ровненько получается. Под шпаклевку. Что у отца? Но он весь бодрячком. Задел эту стену гипсокартоном до обеда. Ну, после обеда половину сделал обрешетки на эту стену. Тут смотрите как. Внизу притык к батареям практически. А вверху вот так вот. Ну, такие стены, так они пляшут. Деваться некуда. Но тем более, вверху там то, что это здесь больше, это роль не играет. Используется все дело внизу, диван, все дела. А там пофиг, то, что такие размеры, такая кривизна стены. Теперь будет все ровненько. Почти закончил. Осталась совсем ерунда. Вот эта сторона. Я здесь намет замутил. Тут уже все чистовая. Тут уже все окейушки. Вот он слой. Не маленький и небольшой. Все ровненько. Так. Что я хотел сказать. Здесь, кстати, я налепил скотч. Самый простой скотч. Штукатурке я дал там зацепиться. Расстояние между стеной и гипсокартоном сантиметр-полтора. Там просто большой профиль был. Вот. А остальное я уже залепил все скотчем. Потом я просто тут ножом пройдусь и этот скотч оторву. Он не пропускает влагу. И так получилось, то, что у меня гипсокартон не повело. С ним сейчас все окей. Малярный скотч это не выдержит. Он все равно пропустит влагу. Здесь это делать не нужно. Здесь хоть слой не маленький, но отрезок такой сам небольшой. Так, что тут у отца? Работа кипит полным ходом. Тут вот он уже травмировался. У него искусственный палец. Подвес вот этот прям опасный. Штамповка острая, больно. Да. Плечи бритвы. Обработки совсем нет никакой. И прям вот очень остро, очень. Даже можно карандаши затачивать. Вот здесь вот монтаж гипсокартона на кривые стены. Внизу к батареям в притирочку практически. А вверху вот так вот, ребята. Там еще мало будет больше. Да. Но когда
лист все закрывает, то все окейушки. Главное, что все ровно. Главное, чтобы костюмчик сидел. Да, сейчас я здесь все закончу. Мы перейдем сюда. Здесь сначала подрежем пену, потом подзакидаем, потом сеточку и опять все это дело отшпаклюем. Кстати, яблочки ем с огорода. А вот наш шкафчик. Картошка запеченная с молоком. Уф. Рагу там все, все очень вкусно. Вот еще сладости. И один огурец малосольный. Ну и готова эта стена. Все окей. Все чин-чинарем. Стена красавица. Вот так, ребята, штукатурится на глину. А теперь будем шпаклевать на глину. Ну и тоже штукатурится, но уже под правило. Что нам для этого нужно? Мы отстегнули все батареи. Отрезали их, потому что здесь они будут наращиваться, смещаться. Так, нам нужно что сделать? Что здесь отваливается, это нужно отвалить. Вот, например, частично все не нужно, что просто мотается. Здесь я уже подзакидал ямы до сетки. Здесь нужно пену всю срезать. Вот видите, какие трещины. Вот так вот, ребята, работаем. Все. До удри здесь не нужно. И потом берем вот такой ПВА. Грунтовочка где она у меня. А вот она грунтовочка. Вот такую грунтовку. Можно любую. Это дело все размешиваем. И начинаем все обрабатывать. Жирным слоем, очень жирным. А где вот такие вот места, не валиком, а кисточкой надо. Почти готово. Здесь где два слоя, где один слой. Сетка у меня спряталась. Это уже перекроется следующим слоем, уже финальным. Так, здесь я проходился правилом. Здесь тоже правилом. Здесь под шпатель.
чтобы плинтус лег нормально. А здесь нужно, чтобы багетка легла практически идеально, чтобы было красиво. Но так все вот шпаклюется штукатуркой. Вся сетка уходит. Все окей. Сейчас все подсохло. И я навел уже шпаклевку. И буду шпаклевать первый слой. Там пока здесь он швы проходит. А финишный слой это уже завтра. Ну а здесь еще нет ничего. Надо тоже будет сделать все то же самое, но уже показывать здесь смысла нету. Работа одна и та же. Вот, кстати, отец тут швы забил. Все чин-чинарем. Опа, лампочка горит. Смотрим, друзья. Вот он первый слой. Ну все, супер. Остался финальный слой. Там все хорошо. Даже еще ниже покажу. Все, все там нормально. Тут уже стена отшпаклевана. Стена, которая была под маяк, тоже отшпаклевана. Да. Вот, молодец, да. Здесь я готовлю. Кстати, да, сразу скажу, потому что в комментариях это 1000% будет, почему вы не вытаскивали маячки. Потому что не надо, потому что не под покраску, потому что под обои и потому что они не ржавеют здесь. Если вы, я не знаю, возьмете самый конченый просто из металла, они сразу, да, окисляются и потом идет ржавчина. А эти здесь навечные, нет, им ничего не будет совсем, никогда. И влаги здесь нет. На нулевом этаже нельзя оставлять там сырость. Да, нулевой этаж, где влага. Здесь не нужно. Не нужно это писать, не нужно это думать, не нужно это клиентам говорить. Это все глупость. Это люди делают для того, чтобы просто кого-то обосрать. А я вот делаю вот так и денежку больше взять. Если под покраску и ту длинную стену, как-то еще можно, в принципе, их вытащить. И да, будет маленько поровнее, там маленького домика не будет. И то здесь все вровень. Тут шпаклевка, то есть штукатурка, она сильно не усаживается, и они не выпирают. Если шпаклевка, то есть если штукатурка херовая, она дает сильную усадку. И окей. Да, они уже выпирают слегка, окей. Меньше миллиметра, миллиметр чего. Чтобы ровно было, не вынимать, а то там просадка, просадка. Вот на 60 надо шпаклевать, видите? Никакой просадки не будет, все выровняем. Так сравним. Вот, глядите. Это толщина стены фасадной. Ширина. Вот. А вы костышами вот этими гладите, и только по жопе бабам стучать. Она смеяться будет. О, пошла жара. Так, все, сейчас тут все захерачу и домой. А завтра уже там подсохнет, и будем уже с вами штукатурить. Ну, тут уже показывать смысла нету. Здесь будем все показывать. Отец вообще он идет руки мыть уже все, надоело ему, домой хочет. Хороший. Хороший бы ты ему. Ну все, давайте. Вы все увидите. Это достойное включение.